Здравствуйте, уважаемые коллеги. На связи Вячеслав Опилкин. И сегодня я вам расскажу, как сделать так, чтобы мои письма не попадали в папку «Спам». Итак, сегодня я покажу это на примере трех самых популярных почтовых ящиков. Mail, Gmail и почта от Яндекса. Итак, начнем настройку mail.ru. Вам необходимо перейти в вкладочку «Настройки», здесь выбрать «Фильтры и пересылка», так, и добавить новый фильтр. Все, сюда вставляем почту. Почту можно взять вот с этой странички, просто копируем ее и вставляем вот в это поле. Все, теперь нам нужно добавить папку, в которую будут приходить мои письма. Создаем папку. Так, ну назовем ее Вячеслав Опилкин. Все, добавляем папку и нажимаем кнопочку «Сохранить». Все, фильтр появился. Теперь переходим во входящий, и у нас появилась новая папка «Вячеслав Опилкин». То есть теперь все письма, которые придут от меня, с полезной информацией, с новинками инфопродуктов, RSL-продуктов, ну и полезной информацией, которую я отправляю вам, будут попадать вот в эту папку. Итак, теперь переходим к настройке следующего почтового ящика от Gmail. Так, здесь нам необходимо перейти в вкладочку «Настройки» и выбрать «Настройки». Так, здесь заходим в «Фильтры». Нажимаем «Создать новый фильтр». Так, и здесь уже вводим свои данные. Так, сюда вставляем мою почту. Копируем ее с этой страницы. И вставляем вот сюда. Так, и выбираем вкладочку «Никогда не отправлять спам». Все, нажимаем «Создать фильтр». Все, фильтр создан. Теперь мои письма не будут попадать в папку «Спам». Так, переходим к настройке почтового ящика от Яндекс.Почта. Так, здесь мы заходим вот в эту вот шестереночку, нажимаем на вкладочку «Правила обработки писем». Так, и вот сюда, в это поле «Белый список», снова вводим мою почту mail@frainfra.ru, вставляем и нажимаем «Добавить». И теперь нам необходимо создать правила. Нажимаем на кнопочку «Создать правила». Сюда вставляем мою почту mail@frainfra.ru. Так, и создаем папочку. Назовем его Вячеслав Опилкин. Сейчас создаем папку и нажимаем на кнопочку «Создать правила». Все, правило создано. Теперь у нас почта в белом списке и создано правило. То есть переходим на вкладочку «Почта». Все, теперь появилась папка Вячеслав Опилкин. Если придут мои письма, они попадут именно в эту папку. То есть теперь проблемы со спамом у вас не будут. Итак, мы настроили все наши почтовые ящики. Mail.ru, Gmail и Яндекс.Почта. Все, теперь письма, которые приходят от меня, они обязательно попадут в папку входящей, и вы сможете их прочитать.
То есть любую информацию, полезные книги, инфопродукты, товары, видео, все, что приходит от меня, теперь вам будет попадать в папку входящие. Все, всем спасибо за внимание. С вами был Вячеслав Опилкин. До скорой встречи.